Привет-привет! На улице вовсю цветет весна, впереди выходные, а ты еще не знаешь, как провести уикенд? Смотри киоск, и ты точно не останешься без планов. Меня зовут Луиза, поехали! С 27 марта по 1 апреля в кинотеатре «Мир» меломаны города смогут увидеть новую программу «Future Shots» «Немного о любви». В этот раз в рамках показов лучших короткометражных лент со всего света зрители ждут «История о подростковых влюбленностях французских инди-рокеров», анимационно-трамвайное порно из Чехии, ограбления, кошачьи крики, устрашающие фантазии на политические темы в самых разных формах и жанрах. Показы начинаются в 8 вечера в кинотеатре «Мир». Все мужчины Казани замерли в приятном предвкушении. К нам едет роскошная голубоглазая блондинка, легендарная участница золотого состава «Виагры» Вера Брежнева. Объект вожделения сотни тысяч мужчин даст сольный концерт 27 марта на сцене ресторана «Максимилианс». В этот же день, но уже на сцене клуба «Эрмитаж» нас ждет развлекательная программа от популярной группы «Прогульщики», участников культурной олимпиады и арт-лаборатории «Делириум». Это шоу уже успели посмотреть и спортсмены российской сборной, и иностранные делегации, и организаторы олимпиады, и тысячи гостей Сочи. Теперь пришла очередь Казани. Организаторы обещают невероятные костюмы и танцевальные номера, незабываемые видео и световые инсталляции. Шоу о том, как становятся победителями, пройдет 27 марта в клубе «Эрмитаж». Марта в Чайнатаун-кафе выступит известная музыкальная группа из Ростова-на-Дону «Фруктовый кефир». Группа объединяет поклонников стилей фанки-панк, поп-авангард, инди-рок. В программу «Да, на твое нет», которую представят музыканты в Казани, войдут как всеми полюбившиеся композиции, так и музыкальные сюрпризы. Кто-то просто мимо шел, нам кидал добром, лишь насмешки. Ну а 29 марта в Центре современной культуры «Смена» можно будет погрузиться в современную академическую музыку. Там пройдет концерт одного из самых неординарных композиторов 20 века Корнелиуса Кардью. В рамках концерта будет исполнено несколько параграфов масштабного цикла Кардью «Великое учение», написанного под текстом Конфуция. Исполнять произведение будет московский скретч-оркестра. Коллектив энтузиастов, исполняющих современную академическую музыку, продолжает традиции одноименной английской коммуны импровизаторов. Начало концерта 18:00. Такими были самые интересные мероприятия этой недели. Теперь я точно уверена, ты проведешь их с пользой и запомнишь надолго. Это был киоск. Будь с нами, будь в курсе. Пока-пока.